Я приветствую вас на телеканале Shop & Show. И сегодня с удовольствием представляю вашему вниманию очень красивую вещь царицы Персии. Это туника. Почему туника? Туника – это длиннее, чем кофта, но короче, чем платье. Давайте посмотрим на расцветки. Это фотопринт. Фотопринт – это уже само по себе украшение, нанесение этого рисунка, то есть уже он не требует каких-то дополнительных к себе аксессуаров, само по себе очень красиво. Назовем этот цвет синим. Со спины этот цвет черный. Следующая модель царицы Персии у нас цвет коралловый. Давайте посмотрим, какой это расцветки. Это опять же фотопринт, я вам напоминаю, что это нанесение фотопринта. И со спины коричневый. Полотно трикотажное, очень удобное в носке. И рукав 3/4. Давайте посмотрим саму модель на Ане. Аня у нас рост 173, носит 48 размер одежды. То есть, глядя на Аню, вы предполагаете, как будет сидеть вещь на вас. Я считаю, что сидит изумительно. Она настолько торжественная, очень красивая. Классические брюки в пол, струящаяся, такая же струящаяся туника. И давайте более детально посмотрим, как бы очень торжественно, красиво на саму модель. У нее обработана горловина по спинке бейкой, а впереди сделана по принципу качели. То есть это такой, давай вот повернемся боком и посмотрим, что такое качели. Это когда вот такой воротник, и он у нас не спадает на грудь такими бусами. Называют его качели. То есть еще плюс у нее красивое украшение в зоне декольте. То есть очень торжественно, красиво сам по себе украшение этот воротник. Он делает акцент на груди. Получается, что как бы подчеркивает грудь. Эффектный воротник. И рукав. Ну, летом не всегда бывает жарко. Мы предлагаем вашему вниманию вточной здесь рукав. Длина 3/4. Очень хорошая длина, потому что очень часто, когда длина длинная, мы пытаемся подзасучить рукава, то в данном случае этого не надо делать, это продумали дизайнеры. Здесь уже у нас отличный рукав, 3/4, очень удобные в носке. И сама модель свободного кроя. Давайте я покажу на Ане. То есть это вот она на ней, посмотрите, я вот ее показываю в одну сторону. Вот, что, вот она модель, она у нас... Смотрим, да? Широкая, но так как, вот смотрите, какая ширина большая, да? А то, что оно струится, оно как бы не спадает очень эффектно, это плюс к тому, что можно скрыть то, если вы что-то там решили скрыть, у вас это отлично получится. Но опять же, посмотрите, как торжественно и красиво. Удлиненная туника с нанесением фотопринта, эффектно выложен рисунок, представлена она у нас в двух расцветках, запоминаем синий, и коралловый. Еще обращаю внимание, что хорошие женские размеры с 50 по 60. Напоминаю, туника царица Персии. Цена только сегодня 590 рублей. Обратите на это внимание, звоните и заказывайте. Ну, я бы посоветовала две. Мне нравится это, я не знаю, какая лучше, выбирать вам. Настаивать не буду, хотя я уверена, вы возьмете. Мне нравится, нам всем здесь очень понравилось. На самом деле выглядит роскошно. Я смотрю на Аню, вот просто девушка с подиума сошла. Очень красиво, вечерний торжественный наряд. Хотя я считаю, почему нет, его можно носить каждый день вечером на выход. Приятно чувствовать себя королевой, мне кажется, каждый день. Дело за вами, звоним.